проверить свою правовую грамотность и принять участие во всероссийском юридическом диктанте еще могут успеть жители Камчатки. Тестирование продлится до 12 декабря. Из-за коронавируса диктант проводится в онлайн-режиме на официальном сайте. Проверить себя может любой желающий, кому уже есть 14 лет. Тест в этом году проходит 4-й раз. И наши студенты все 4 раза, я думаю, что с удовольствием проходят его. Тест включает в себя 40 вопросов, причем из самых разных областей знания. Сегодня мы встречаем и актуальные вопросы, связанные с внесенными поправками в Конституцию. В этом году порадовали вопросы, связанные с 75-летием Победы. И вопросы, ряд вопросов есть по касающиеся Нюрнбергского процесса. Есть вопросы, связанные с защитой прав потребителей, с трудовым законодательством. Очень актуальные вопросы, связанные с мерами социальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Словом, самый широкий круг вопросов. Тест интересный. Студенты одного из вузов края уже прошли тестирование и поделились своими впечатлениями. София Матвеева рассказала, что участвует в написании диктанта уже не первый год. Было очень много вопросов касаемо поправок в Конституцию, которые были приняты как раз-таки в июле этого года. И они были туда добавлены для того, чтобы прежде всего ребята, в том числе школьники, студенты, знали, что они прежде всего есть. И что нужно иметь в виду новую конституцию, которая была принята. И как раз-таки некоторые вопросы были касаемо этого. Также вопросы были из разных отраслей права, которые прежде всего учим мы. Некоторые ребята еще не проходили, но все же это полезный опыт, чтобы порешать, понять, что такое есть. Да, естественно, такие тесты – это очень интересно в силу их легкости прохождения. То есть для этого ничего особого и не нужно. То есть можно это пройти спокойно в своем телефоне и понять, насколько ты по-правовому развит. И в конце концов мы все равно все можем посмотреть правильные ответы и узнать для себя что-то новое и как-то применить это в своей жизни. Отличительной чертой юридического диктанта этого года стала возможность пройти тестирование в течение нескольких дней с 3 по 12 декабря в любое удобное время. Удобно чем? Люди сами планируют возможность своего тестирования. Кто-то даже повторно может проверить, чуть-чуть подучив, подтянув, и можно зафиксировать уровень своих знаний. А в целом на тестирование дается 1 час. Это более чем достаточно для того, чтобы ответить на эти 40 вопросов. Правильные ответы будут даны уже после завершения тестирования. И это, кстати, тоже один из приемов, который удерживает концентрацию внимания на проблемных вопросах. И, соответственно, вот такая добытая либо самостоятельно, либо постфактум спустя какое-то время информация, она более прочно будет усвоена. По результатам тестирования можно сразу же получить результат в виде сертификата, который придет либо на вашу электронную почту, которую вы при регистрации указываете, либо можно скачать результаты и тут же на мониторе у себя увидеть. Добавим основные задачи диктанта – повышение мотивации людей к изучению права, получение объективной информации об уровне грамотности, привлечение СМИ и российского общества к вопросу повышения уровня правовой культуры.